Шарм-эль-Шейх – популярный международный курорт на побережье Красного моря. В переводе с арабского его имя звучит как «Залив Шейха», и это название соответствует действительности. Его называют туристическим центром Египетской Ривьеры, а также основной точкой притяжения в стране для путешественников всех направлений. Здесь легко найти развлечения на любой вкус – пляжный отдых, шопинг, экскурсии по интересным окрестностям, вечерние развлечения. Но основная причина для визита в Шарм-эль-Шейх – богатейший подводный мир Акабского залива. Самый известный курорт Египта ждет гостей круглогодично. Здесь почти всегда солнечно, и погода располагает, если не к морским купаниям, то к солнечным ваннам, а яркие сочные краски среди зимы станут отличной цветотерапией. 30-километровая городская полоса побережья сплошь гостиницы, ночные клубы, магазины, виллы, тонущие в зелени садов развлекательные комплексы. Город ограничен двумя крупными заповедниками. На севере его замыкает природный заказник Наб, а на юге национальный парк Рас-Мохаммед. Но не думайте, что отпуск в Шарм-эль-Шейхе – это только про море и пляжи. Любознательному путешественнику скучать здесь не придется. Можно прогуляться по старому городу и настоящему восточному базару, полному красок и ароматов, отправиться в гости к бедуинам или устроить экстремальное ралли на джипах по пустыне. Поклонникам острых ощущений понравится прогулка на верблюдах, а фанатов истории ждут монастырь Святой Екатерины, легендарная гора Синай, древний Каир и пирамиды Гизы. А за другим нетуристическим Египтом загляните в соседний Дахаб. Такой насыщенный отдых запомнится надолго. Открывает список интересных архитектурных объектов популярное прогулочное пространство Площадь Сохо. Последние 10 лет она стала популярнейшей точкой притяжения для туристов и местных жителей. Всем известно, что доминирующей религией в Египте считается ислам, поэтому всем путешественникам, независимо от вероисповедания, будет интересно посетить самую крупную и красивую мечеть в окрестностях – мечеть Аль-Мустафа. Довольно новая, ее построили в начале 2000-х годов. Старый рынок в Шарм-эль-Шейхе только называется так. На самом деле он еще сравнительно молод, хотя и стилизован под старину, и очень типичен для восточного базара. Здесь есть и мелкие лавки, и крупные торговые центры, множество кафе под открытым небом, где можно попробовать и традиционной еды, и даже блюда японской кухни. Что касается покупок, то здесь всегда можно, как и на любом базаре подобного толка, закупиться свежими фруктами, специями и сладостями. Чтобы рассмотреть все сокровища Красного моря, не обязательно получать сертификат дайвера, хотя и это на курорте несложно. В Шарм-эль-Шейхе открыто множество дайвинг-центров мирового уровня. Если такое развлечение пока не для вас, достаточно просто приехать в правильный отель и прогуляться по приморским понтонам. Некоторые из них достигают 1 километра в длину и становятся настоящими смотровыми площадками к чудесам подводного мира. Эти яркие коралловые рифы по достоинству признаны одним из лучших мест для дайвинга на нашей планете. Кстати, если есть желание рассмотреть рифы Красного моря подробнее, можно отправиться на одну из морских экскурсий, к примеру, к острову Тиран или к заповеднику Рас-Мохаммед.
приобретите в соседнем магазине или возьмите в аренду маску для подводного плавания и смело ныряйте знакомиться с морскими обитателями. Их невероятный фейерверк красок и форм удивит и покорит даже опытного путешественника. Зима в Шарм-эль-Шейхе – понятие исключительно календарное. Это отличное направление, чтобы сбежать от российской слякоти и холода в солнечное лето. И именно лето. Температура зимой в Шарм-эль-Шейхе, как правило, радует солнечными плюс 22-25 градусов. Днем на солнышке тепло и комфортно, и доступны все виды отдыха. Загар на пляже, экскурсии, прогулки по природным и историческим местам. Еще один повод приехать в Египет зимой – это приятный ценник на отдых. В сравнении с весной и осенью зима считается низким сезоном. Туристов в отелях в это время гораздо меньше. Если поездка в Египет для вас – это прежде всего морские заплывы, приезжайте в Шарм-эль-Шейх весной, март – начало высокого курортного сезона. Погода заметно теплеет и к апрелю станет почти жарко. В среднем градусник радует очень комфортными плюс 30 и вечером до плюс 20. Вода в море прогревается до плюс 25 градусов. Это отличные температурные показатели для долгих заплывов, дайвинга, купания с маской. К Цветному каньону, расположенному примерно в 150 километрах от Шарм-эль-Шейха, невероятно популярны, и это вполне заслуженно. Красота этого чуда природы – результат работы ветра, скопления в скалах, примеси железа и оксида марганца. Объяснение прозаическое, но во время прогулки среди красных, фиолетовых, желтых и розовых скал не покидает ощущение, что ты на другой планете. Наиболее интересные достопримечательности находятся в основном в окрестностях Шарм-эль-Шейха. Это монастырь Святой Екатерины, часовня Неопалимая Купина, Цветной каньон, Коралловые острова. В самом городе стоит посмотреть Коптскую церковь, мечеть Эль-Мустафа, музей папирусов и музей Тутанхамона.